К 75-летию легендарной воздушной трассы «Аляска-Сибирь» в Кировском районе открылась уникальная фотовыставка. Экспозиция находится на уличной галерее на подмостках. Посетить ее может любой желающий абсолютно бесплатно. Выставку собрали совместно усилиями районной администрации, строительной компании «Сиблидер» и школьников 11-го лицея. Фотографии предоставил историк-краевед Вячеслав Филиппов. Большинство снимков выставлены впервые. Эта выставка очень важная для молодого подрастающего поколения. Вот эта трасса, она была, никто ее нигде не афишировал. И уже после войны столько времени прошло, и все никак никто не знал. Только так где-то мелькнет, и все. Вот. А здесь у нас до сих пор, вот у нас в Совете ветеранов, есть живой свидетель вот этой трассы.